Дорогие мои, как же я по вам соскучился. Ведь закрытие Олимпиады не виделись. Но, как и обещал, я приехал на Паралимпийские игры. Как главный зимний волшебник, как хранитель снега, здесь, в теплом мартовском Сочи, я буду гарантом того, что погода будет способствовать проведению соревнований. Друзья мои, в ближайшие 10 дней мы с вами будем поддерживать нашу сборную, наших паралимпийцев. Ну уж, как мы с вами умеем болеть после Олимпиады, думаю, знает весь мир. И я очередной раз убедился, что дружнее, чем наши болельщики, нет ни в одной стране мира. Первые медали в Сочи разыгрываются в самый добрый праздник. Сегодня 8 марта. Родные, любимые, пусть в вашей жизни будет много тепла, улыбок и счастливых мгновений. Ну а мы, мужчины, постараемся вас, милые женщины, только радовать. Уверен, что Паралимпийские игры подарят нам с вами много замечательных побед, ярких эмоций и, конечно же, много новых друзей. Вперед, Паралимпиада! Вперед, Россия! Весна начинается в Сочи!